Меня зовут Лили Колсон, мне 18 лет. А это три мои лучшие подруги. Эм, Бекс и Сара. А это на 100% правдивая история о том, как мой город Салем сошел с ума. Шлюха! Шлюха! Лили! Вы же добрые люди! Ну, начнем сначала. И лучше не с того места, когда я начала творить мерзости. Вот гады, самое важное хакнули. Но парню и прилетело. Я вот ни капельки не сочувствую тем, кого хакнули. Что, правда? На свете есть два типа людей. Те, кто смирился, что личная жизнь у всех на виду. И старперы, которые этому противятся. А тебя-то что скрывать, Лил? Миллион обнаженок, историю посещения порно-сайтов. И вообще все палево на каждого в этой школе. По-моему, это был бдительный, социально ответственный хакер. Наверное, каждую ночь дрочит на бойцовский клуб и тащится. Похоже, половину Салема хакнули. Ненавижу этот гребаный интернет. Когда публикуют все сообщения 17 тысяч человек, дерьмо летит во все стороны. Мы заставили этих салемских сучек побегать! Оближите, твари! Как можно смотреть на обнаженное фото девчонки и думать... Убил бы эту сучку. От меня не спрячешься, Лили! Таких куда больше, чем можно подумать. Вы все. Это ваш мир. Вы сами его построили. Нечего срываться на мне, я тут недавно. Можете меня убить, все равно всех не перебьете. Девочка, а ты хоть знаешь, как держать эту штуку?